Привет, друзья! С вами опять Киберкот Лео. Я веду трансляцию. А откуда я ее веду? Что это за голубой шарик там внизу? А, да это же... Земля! А это что такое? Да это же Кибер-Россия! Она отсюда кажется такой маленькой! Мяу! О! А что это мигает? Меня зовут Павшев Алексей. О! Привет, Алексей! Я из Тобола. Вот фильм о моей жизни. Вот так приходят заявки на наш кинофестиваль. О, у нас новая заявка. Я Алексей. А я Лиза, мы из Самары. Привет! Представляем студию «Субъектив». Участвуем в фестивале «Волшебный фонарь». Наша работа – мультфильмы «Яблочные семечки» о добрых и щедрых делах. «Король Неряха» – об ответственности правителя перед народом. Успеха и удачи! Здравствуйте, меня зовут Булахова Анна. Здорово! Из города Москва. Мой фильм «Дилижанс» о том, что иногда нужно верить в чудеса для того, чтобы они сбывались. Молодец! Всем привет! Меня зовут Кокина Лена. Я из города Саратова, и моя кинофестивальная работа о том, что каждому человеку нужна помощь, не в зависимости от его возраста, и в этом нет ничего плохого. Но рядом с ним должен находиться человек, который сможет ему помочь и утешить в трудную минуту. Всем привет! Меня зовут Света, я из города Калуги. Моя кинофестивальная работа о дружбе, о любви, о экологии и так далее. Здорово! Всем привет! Меня зовут Ульяна. А я Динар. Мы из Солнечной Башкирии, и наша кинофестивальная работа повествует о родном крае. Мы хотим вам рассказать о башкирских шиханах, которые много значат для нашей республики. Приятного просмотра! Надеюсь, что вам понравится. Здравствуйте, меня зовут Эльдор, я с Узбекистана, город Ташкент. Моя кинофестивальная работа рассказывает о трудности выбора между своими личными потребностями и требованиями погибающей природы. Всем удачи, спасибо большое. Меня зовут Мальцев Глеб Евгеньевич, я из Самары. Мой кинофестиваль называется «Домовой», и я играю роль домового, который живет в доме мальчика. Мальчик не хочет выполнять задачу по математике, а мой герой мотивирует его и показывает пример, что неучим быть плохо, и даже домовые учатся. Добрый день, меня зовут Хватков Виталий, я из города Ульяновск. Моя фестивальная работа о том, как звери и птицы, перенося семена, и сажают лес. Всем приятного просмотра! Меня зовут Яна. Я из города Калуги.
Моя кинофестивальная работа о любви, дружбе, заботе. О! Еще один! Еще один! Еще! 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 А, как их много! Вы не поверите! Но в этом году на кинофестиваль поступило аж 150 фильмов из 37 городов. И не только из России. Как это интересно! С каким нетерпением я жду, когда смогу все ваши фильмы посмотреть. 27 ноября. Кинофестиваль «Волшебный фонарь». Смотрим вместе!